хотел показать, как выглядит хлебный фрукт в открытом виде, который очень спелый. Он выглядит просто как какая-то вот жвачка, вот такая масса, которая невероятно вкусна. На вкус, вот, которая сладкая и, ну, просто... Да, невозможно передать, какой вкус. Вот. It reminds me jackfruit, by the way. Yeah, it does. And it's вот like pudding. Вот, такая вот масса, да, получается. Мы ее вообще хотели жарить, делать лепешки. Но я чувствую, нифига, наверное, мы жарить не будем. Мы просто это съедим и все. Потому что жарить ничего просто не надо. Нет надобности. Пошел, сорвал фрукт, вытаращил его сюда и ешь. Абсолютно ничего больше не надо. Ну, слушайте, как вкусно, не передать. Вот все спелое. И вот... Yeah, try it, bro. Mm? Mm-hmm. Mm-hmm. You see, можно даже по звукам за кадром, да, сказать, что это очень вкусно. Вот, друзья, желаю, чтобы однажды в жизни вы все попробовали breadfruit, что в переводе хлебный фрукт. Спасибо. Mm. 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 Turn off. Yeah. Oh my God. I can't.